Алло. Андрюх, привет. Да, привет. Настя говорила, что вас перевезли куда-то или перевозят. Да, перевезли. Только мы тут все бастуем. Чего? Да ну потому что из говна в говно. Всех уже это все надоело и все бастуют. Ну с трассы нас в поля кинули только. Ничего не оборудовано и всех это все уже надоело. И все начинают бунтовать, что сколько можно. И копать, и рыть, и все это делать бессмысленно. Ну, да, может, скоро 90 дней истекает, может быть, да не катит 90 дней. И уже нам сказали, что ничего не катит, ни о чем даже не думайте. Сказали конец операции и плюс еще 2 месяца. Вот наши сроки. Никаких 90 дней не катит. Ясно, Андрюша. Скажи, ну, держи, сыночек, ну, держи. Скажи маме, пусть мне справки делает, что я гипертоник. Может, получится домой съехать. Нас там некоторых поотправляли. Я понял, Андрюш, понял. Так что... Ладно, пусть... сыночек, давай, держись там. Все. Я сейчас маме скажу, что-то будем думать тогда. Там и там и с бедренным думаем, как вас отсюда вытянуть. Алло, привет, Андрюш. Привет. Что там расскажи за Резниченко? А то мне Настя что-то в двух словах сказала, я ничего не понял. А, за Резниченко. Ну, короче, он пришел, еще привезли его оттуда, вот мы не возили. А вот, а потом он говорит, я не пойду больше в армию, тоже буду, говорит, скрываться. Там похудел 2 раза, борода у него выросла до пояса. И это самое, в общем, он еще в детстве когда-то упал с гаража, у него голова что-то там. Видать, он чуть-чуть как-то что-то его, Галка положила его в санаторное отделение, в психбольницу, по блату в санаторное, чтобы он потом его выпишет, мог ездить на машине и работать. А то его заперли в отделение, поставили бы, что закрыли, и все. Ну, пока он лежит в больнице. Так а как их, что, сколько, кого привезли, как их привезли, на каких правах? Ничего не знаешь? Ну, Галка ничего не говорит. Галка оружие сдали, 400 человек привезли. Можешь у нее узнать, кто привез, как привезли? А на чем привезли, я сами не узнала, на чем привезли. Я только услышала, что 90 дней уже не катит или что? Ну, говорят, что нет. Так это не для нас 90 дней. У нас вообще здесь никаких правил нету. Мы неизвестно что и неизвестно как. Мы ждем 3 месяца, и все начинают здесь... выступать. Да. Момент у них такой, что они как диссиденты, как революционеры, которых могли направить еще куда-нибудь. Я думаю, их везли, наверное, в Авдеевку. Да и здесь все такие. Алло. Да, говори. Там говорят, в Донецке, ну, будет возможность, где-то узнаешь, в Донецк привозят пацанов, таких как мы. Ну, короче, и заставляют подписывать контракты там, короче, вплоть до того, что пытают. Ты такое можешь где-то узнать? Угрожают какой-то статьей, заставляют принимать присягу и подписывать контракт. Ну, это Лазаренко говорил, он с кем-то созванивался, какой-то там юрист сейчас решает вопросы по таким, как мы. Потому что нас всех незаконно как бы загребли. И за эту, говорит, узнайте, какую вам статью говорят за то, что вас, типа, пытают, чтобы подписать. Я говорит, а юристы тогда скажут, что я все узнаю. Ну, такие слухи еще ходят. Хорошо, Андрюш. Ну, я потому что ничего подписывать не буду, смотрите, вообще. Ну, правильно, да. Пока, давай. Давай.